Рецепт для тех, кто не любит возиться с тестом. Посмотрите, какой роскошный пирог мы приготовили за считанные минуты. Я хочу показать, как наш пирог выглядит в разломе. Ну вот, посмотрите, какая красота у нас получилась. Я уверена, вам понравится. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайк, и мы вместе будем готовить вот такие простые кулинарные шедевры. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. Сегодня у нас самый быстрый, простой, но при этом очень вкусный рецепт. Готовый мой ленивый пирог. И для начала в мою миску я должна буду разбить 4 яйца. И все это надо хорошо перемешать или немного взбить миксером. Вот так я все хорошо перемешала. Сюда же добавляем 200 мл кефира или нейтрального йогурта. А также нам понадобится пол чайной ложки пищевой соды, которая погасится в кефире. Немного перемешаем. И нам понадобится 200 мл минеральной воды. У меня 250 мл стакан. Я добавляю неполный стакан. Все хорошо перемешаю, соли добавлять не буду. А теперь миску я откладываю. И нам понадобится сыр, который я натираю на крупной терке. Ну вот, посмотрите, сколько сыра у нас получилось. А теперь весь тертый сыр мы добавляем в нашу смесь. Вот поэтому я и не добавляла соли, так как сыр у меня соленый. Если у вас слабо соленый сыр, вы по вкусу можете добавить немного соли. Все немного вот так вот перемешаем. И снова откладываем нашу смесь. Теперь я беру форму для запекания и вот так вот тщательно дно и бока смазываем растительным маслом. Или можно просто размазать размягченным сливочным маслом, будет еще вкуснее. Ну а также нам понадобится тесто фио. А теперь берем каждый тонкий пласт теста фио. Вот так вот немного его сворачиваем в клубок или в шарик и опускаем в нашу заливку. Можно это делать руками, можно взять две вилки. Опускаем заливку. Все, тесто должно быть в заливке. И полученный шарик я выкладываю в форму для запекания. И снова беру пласт, вот так вот сворачиваю в клубок, опускаю в нашу заливку. И вот так вот, чтобы каждая складка была в заливке. И вот так вот, выкладывая форму, мы собираем наш пирог. Вот так мы собрали наш пирог. Готовится и запоминается очень быстро. Все по 200 грамм яйца, каждый в среднем 50 граммов. 200 грамм яйца, 200 грамм кефира и 200 грамм минеральной воды. И вот такой сытный пирог может у нас получиться, которым можно накормить всю семью. Теперь я ставлю форму в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Доводим пирог до готовности, я обязательно покажу, что у нас получилось. А теперь посмотрите, какой потрясающий пирог у нас получился. Он очень хорошо поднимается, получается легкий и воздушный. Пирог еще горячий, я обязательно покажу, как он выглядит в разломе. Ну а если вам понравился наш рецепт, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк, приготовьте, напишите свое мнение. Нам очень важна обратная связь и делитесь рецептом в соцсетях. Всегда ваша, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!